В общем, все как ожидалось. Первые же 10 минут я купил себе кофту, потому что очень холодно. Я купил себе пенсе, потому что неплохо держаться. Я купил себе кучу всяких ненужной фигни, которая в Токио стоит в 10 раз дешевле. В общем, типичный русский. Но здесь, правда, реально холодно вообще, просто очень, очень холодно. Народ трется. Смотровые площадки здесь недалеко есть, но Фудзи, к сожалению, скрыта от нас таким тяжелым конкретным туманом. Возможно, пока еще автобус не ушел, мы успеем посмотреть, может быть, немножко вот тучки отойдут. Но пока что ничего не видно, к сожалению, абсолютно. На Шерегеше тоже бывает такая погода в горах, когда не видно ничего, хотя внизу абсолютно солнечно и безоблачно. Кстати, кофта козырная, между прочим. Не знаю, видно особо, не видно. Кофта такая нормальная. Так что, по крайней мере, кофту я доволен. На станциях метро вот такие импровизированные стоянки велосипедов, паркинги, вернее, люди приезжают, например, работают в другом конце города, приехали сюда на велосипеде, оставили его здесь, запарковали. Двухъярусные, причем они поднимаются на сверху вниз с сервоприводом. Оставили, взяли билетик, поработали, приехали или отдохнули, забрали его и поехали домой. Так как здесь погода практически всегда комфортна для езды на велосипеде большую часть года, то хорошая тема. Пошли в центр, блядь. Вон он, маленький, а? Немножко, вижу, уже Алло.